Равняйсь. Смирно. Равнение на середину. Товарищ полковник, личный состав Оршанского гарнизона для проведения совместного инструктажа построен. Доложил подполковник милиции Павлов. Здравствуйте, товарищи! Вольно. Проведение инструктажа приступить. Есть. Становись. Равняйсь. Смирно. Для проверки внешнего вида и экипировки знания нормативных документов на восстановленные места шагом. Марш! К проверке осмотра внешнего вида приступить. Товарищ полковник, сержант Лисманцев. Кругом. Кругом. Зал по заявлению нет? Командиры подразделения окончили осмотр внешнего вида. Кругом. На свои места шагом. Марш. Поздравляю вас с Днем города. Сегодня вы заступаете на охрану общественного порядка в Орше и Оршанском районе. Поэтому безопасность на улицах нашего города и района целиком и полностью зависит от качества выполнения вами поставленных задач. Необходимо исполнять свои служебные обязанности честно и добросовестно, на высоком уровне профессионализма. Эффективно решать поставленные задачи, связанные с исполнением должностных обязанностей, не допуская формализма. Возможная критика со стороны общественности не должны влиять на правомерность и обоснованность ваших действий при исполнении служебных обязанностей. В работе с гражданами необходимо проявлять терпение, вежливость, уважение и выдержку. Добросовестное отношение к выполнению поставленных задач постоянно отмечается руководством отдела внутренних дел. Доведению приказа приступить. Товарищ полковник, там поздравляю. Республики Беларусь. Что-то построено. Поздравляю. Служу Республике Беларусь. Товарищ полковник, на милицейском гарнизоне прибыл. Поздравляю. Служу Республике Беларусь. Решите строй. Сегодня вы заступаете в знаменательный день на охрану общественного порядка. Как раз сегодня, 27 июня, Орша отмечает свой 951 год рождения. Вы знаете, что Орша действительно богата славными людьми. А сейчас главой государства поставлена задача, чтобы Орша и Оршанский район стали примером в своем развитии для других районов, области и стран. Ну а криминогенная обстановка, естественно, должна быть такой, чтобы у нас не было ни правонарушений, ни преступлений. По крайней мере, они должны быть сведены до минимума. Поэтому перед вами стоит достаточно непростая задача. Вместе с тем, я не сомневаюсь, что вы с ней справитесь и обеспечите безопасность жителей Орши и Оршанского района. Успехов вам! Поздравить вас сегодня с праздником, днем освобождения города Орши. Пожелать вам всем крепкого здоровья, терпения в вашей нелегкой службе, благополучия ваших семьях, чтобы вы все были вовремя, живы и здоровы, возвращались в дом, а вас там ждали только родные и близкие. Здоровья, счастья и успехов вам всем. Дорогие братья, сегодня
Бога спасаемый град Орша празднует свой день рождения. Сегодня хотелось бы отметить то, что те задачи, которые поставлены перед нашим городом, они, конечно же, трудны, но выполнимы, если мы вместе, дружно будем их решать. Я хотел бы пожелать всем вам крепости духа, крепкого здоровья, чтобы всегда был мир в ваших семьях и чтобы мир сохранился в нашем граде Орше. Храни вас всех, Господь! Во имя Отца и Сына отряда милиции специального назначения. Заступить на службу по охране общественного порядка на территории Орши Оршанского района. Принесение службы. Быть вежливым, внимательным гражданам. Оружие, физическую силу и спецсредства применять в строгом соответствии с действующим законодательством. Вольно. Равняйсь. Смирно. Походную колонну. По подразделениям. Направо. Места внесения службы шагом. Марш.